На Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенными интервалами, передает сетевое издание m24.ru. Сообщается, что вандалы повредили кабель, питающий устройство регулировки движения на перегоне мытищи, подлипки дачные. На место уже прибыли ремонтники, функционирование регулирующей системы на пути, по которому электрички идут в Москву, была восстановлена, на втором пути работы продолжаются.